Уважаемые жители города Артемовска и Артемовского района, в связи с проводимой Российской Федерацией на территории Сирии контртеррористической операции по выявлению и уничтожению членов международной террористической организации ИГИЛ в целях недопущения проникновения участников данной организации и совершения ими на территории Российской Федерации и в частности на территории Артемовского района террористических актов, просим вас усилить бдительность на улицах, зданиях, учреждениях нашего города в целях совершения выявления, пресечения и задержания возможных участников террористической организации ИГИЛ на территории нашего района. В связи с чем напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами, необходимо, а конкретно категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию по телефонам 02-212-02-20835. Данные телефоны дежурной части МВД России по Артемовскому району, либо по телефону доверия 20580. При нахождении в общественном транспорте, если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. При нахождении в подъезде дома, если вы обнаружили неизвестный предмет, спросите у соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите в полицию. При нахождении в учреждении, если вы обнаружили неизвестный предмет, немедленно сообщите о находке в администрацию или охране. Зафиксируйте время и место обнаружения. Примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов. Укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся. Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На наличие взрывного устройства других опасных предметов могут указывать следующие признаки. Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета, шум из обнаруженных подозрительных предметов, пакетов, сумок и других предметов. Это может быть тиканье часов, щелканье или тому подобное. Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания могут выглядеть как батарейки. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Необычное размещение предмета. Наличие предмета, несвойственного для данной местности. Специфический запах, несвойственный также для данной местности. На сегодняшний день мы с вами проводим первую беседу. В дальнейшем мы планируем данные беседы проводить на постоянной основе, где будем рассказывать, как вести себя в тех либо иных ситуациях, возникающих на территории нашего города.